Сегодня в администрации Чебоксара обсуждали звезд эстрады и популярные молодежные сериалы. Не удивляйтесь, повод, между прочим, вполне серьезный. Кого пригласить на день рождения города? На год старше столица республики станет уже 18 августа. Чем порадовать горожан в этот особенный день, решал оргкомитет праздника на своем первом заседании. Группа Любэ или Леонид Агутин, Юлия Савичева или Лариса Долина. Кто будет зажигать с большой сцены в День города, вопрос непростой. Здесь главное решить, какую публику порадовать. Или, как озвучили на заседании оргкомитета, определиться с пафосностью. Все знаете репертуары, то есть если это, условно говоря, тот же Леонтьев, это четкая попса, это прыжки там и так далее. Если Любэ, это такой серьезный как бы материал, который публика будет воспринимать уже немножко по-другому. Вайкуля, опять же, это более интеллектуальные, скажем так, певицы. А даже там тот же Николаев, это более народный, на который придут женщины, там любовь неразделенная. Ведущих праздника будут определять из тех же соображений. И по ведущих меня просили обозначить. Значит, опять же, что мы с вами хотим как бы получить? Если публика, опять же, элитную ведущий подтягивает, это, несомненно, тот же Ургант. И там, если более средняя, это, понятно, Воля. Если нейтральное, абсолютно, то есть ни о чем, это Лера Кудрявцева, просто узнаваем лицо. Что ж, кто будет развлекать чебоксарцев во время вечерней программы, еще предстоит решить. Зато со знаменитостью на утро, судя по всему, в администрации города определились. Разбудить горожан на зарядке со звездой пригласили Федора Емельяненко. Сейчас вопрос о его участии прорабатывается. Кстати, у тех, кто придет 18 августа к 9 утра на Красную площадь, будет возможность не только увидеть знаменитость, но и помочь прославиться родному городу. Планируется, что массовость зарядки будет оценивать комиссия Книги рекордов Гиннесса. Ваши руки выше! Кстати, праздник будет ощущаться не только в центре города. Я думаю, что на День города каждый депутат городской во своем округе, Госсовета депутатов, мы попросим сделать дворовые территории праздничные мероприятия, и спортивные, и чтобы каждый горожанин был содействован. Не обойдется в этот раз и без мероприятий, которые уже успели полюбить жители. Чебоксарцев, как и в прошлом году, ждет большое скопление девушек в белом – это свадебный парад. И креатив на колесах – конкурс детских колясок и истенок. Впрочем, готовят организаторы и кое-что свеженькое. В День города проявляются новые уникальные проекты, авторами которых зачастую являются сами горожане. Уже сейчас поступило ряд предложений, такие как провести в рамках Дня города фестиваль воздушных шаров, историческую реконструкцию «Чебоксарские стрельцы». В рамках года экологии чебоксарцы предлагают организовать фотоконкурс «Мой город на Волге». До дня рождения города осталось совсем немного времени. Оргкомитет соберется еще не раз. Многие моменты праздника еще только предстоит решить. Зато уже сейчас, обещают организаторы, скучно не будет. Ольга Бырочкина, Николай Яковлев, Республика.